как ворота чугунные въедешь, тронет тело блаженная дрожь. Не живешь, а ликуешь или бредишь, или совсем по-иному живешь. Николаевские чугунные ворота. Памятник архитектуры. Расположен в Павловске у пересечения Садовой и Березовой улиц. На момент постройки это была граница парка и города. Николаевские ворота обозначают въезд в Павловский парк со стороны Царского села. Это тяжелое массивное сооружение, построено в классическом стиле, из чугуна, по проекту Карла Росси, в то время главного архитектора Павловска. От ворот полукругом расходится железная решетка, украшенная вазами. Ворота были подарены Николаем I его матери Марии Федоровне на день рождения. 14 октября 1826 года в Павловске состоялся торжественный акт открытия въездных городских ворот на Царскосельской дороге. Императрице подарок понравился, и она повелела назвать их в честь сына. Ворота весом 5000 пудов были изготовлены на Санкт-Петербургском литейном заводе очень быстро. 6 недель ушло на их отливку, и за 12 дней их собрали. 16 колонн дорического ордера, закрепленных на 4 низких постаментах, сгруппированы по 4, образуя 3 пролета. Средний пролет служил для транспорта. 2 боковых для пешеходов. Ворота венчает ступенчатый оттик. Над средним пролетом фигура двуглавого орла с развивающимися лентами у ног и короной над головами. К воротам примыкает полукруглая чугунная ограда, украшенная вазами с цветами и фруктами. Все накладные элементы были окрашены белой краской. Ворота серой. После 1917 года корона, венчавшая орла, была сбита. Во время Великой Отечественной войны были выбиты снарядами 2 колонны у центрального проезда. Поврежденные в годы войны Николаевские ворота в начале 80-х годов удалось восстановить в соответствии с чертежами. Несмотря на внушительные габариты, высота 10,7 метра, ширина 17 метров, конструкция однажды стала причиной серьезного ДТП с участием автомобиля и рейсового автобуса. В конце 90-х годов автомобиль, мчавшийся со стороны реки Славянки, не пропустил рейсовый автобус, в результате чего был удар. Автомобиль занесло, и в конечном счете он протаранил одну из колонн и отколол кусок размером с водосточный люк. В таком состоянии ворота пребывали 5 лет, пока в 2002 году администрация Павловска не отреставрировала архитектурный шедевр. Город за последующие годы разросся, и ворота оказались не на границе города, а в глубине городской застройки. Поэтому увидеть их с городского транспорта сложно. В настоящий момент под этими воротами можно проехать только в одну сторону, в сторону Петербурга. Движение в противоположную сторону усложнили, сделав полукольцо вокруг ворот. Рядом с воротами находится сквер с памятником Анне Ивановне Зеленовой, легендарному директору Государственного музея-заповедника Павловск. Памятник открыт в 2022 году, Международный день музеев. Архитектор Романов Олег Сергеевич, скульптор Горевой Владимир Эмильевич. Бронзовая скульптура установлена в сквере на Садовой улице Павловска, рядом с дворцовыми конюшнями и напротив входа в музей-заповедник, который Анна Ивановна спасала во время Великой Отечественной войны и возрождала после ее завершения. Важно было найти правильную надпись на памятнике. В итоге остановились на таком варианте. Анне Ивановне Зеленовой, хранителю вечности. Благодарность поколений. Как ворота чугунные въедешь, тронет тело блаженная дрожь. Не живешь, а ликуешь или бредишь,
или совсем по-иному